Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня от вас поступило много поздравлений. Спасибо вам огромное! Нас уже 4000, и, конечно, это радует и вдохновляет меня снимать все новые и новые видео. Все комментарии, которые вы оставляете, неважно, хорошие или плохие, я в обязательном порядке читаю. Но не всегда успеваю всем ответить на вопросы, ведь нас становится все больше и больше, соответственно, и вопросов от вас становится значительно больше. Спасибо за добрые комментарии и конструктивную критику. Так, например, MR Monster под последним видео написал, что дальше становится все скучнее. Друзья, я экспериментирую и стараюсь сделать все возможное, чтобы видеосюжеты были разнообразными. И если одно из видео было, на ваш взгляд, скучноватым, значит, скоро появится видео пободрее. Тематика видео разная, и скучные темы действительно есть. Но в опоре мистики без этих тем не обойтись, раз я и решил их показать в видео. Огромное спасибо подписчикам, которые закидывают донат, пополняют копилку канала ПАР для собственной разводни. Да-да, именно для разводни канала ПАР у нас идет сбор средств. Напоминаю, что это может быть и 1 рубль, и миллион, абсолютно не важна сумма, а важно ваше участие. И меня очень радует, что вы участвуете в этом проекте, что вам это интересно и не все равно. Единственное, о чем попрошу, закидывая денежку, не забывайте написать свое имя или фамилию, чтобы я знал, кого благодарить. Ведь в дальнейшем выйдет видео, где я хочу озвучить ваши имена. По поводу стримов. От вас все больше и больше поступает просьб сделать стрим. Прямую трансляцию, чтобы пообщаться напрямую. На самом деле я уже работаю над этим, и возможно первый стрим появится уже в январе. Еще раз спасибо за поздравления. Вас, кстати, я тоже хочу поздравить с цифрой 4000 подписчиков, ведь если бы не каждый из вас, в прямом смысле этого слова, подписчиков было бы меньше. А если видео с канала ПАР вы будете сохранять у себя в соцсетях, в видео или на страничках, знакомить своих друзей с каналом ПАР, то я уверен, что за короткое время нас станет значительно больше. Спасибо вам, удачи вам и хорошего настроения. Кстати, не забудь поставить палец вверх. Пока-пока.